Здорово. В общем, я решил сделать небольшой такой видосик, когда монтировал шорты по Uncharted The Nathan Drake Collection. И, в общем, во время прохождения был такой момент с Тензином, происходящий в Тибете. Там Тензин, один из персонажей, говорил на тибетском языке. Конечно, никто из игроков, который проходил эту игру, не знал тибетского языка, ну, по большей части. Вот, и мне, в общем, стало интересно, о чем же он все-таки говорил, и я начал лопатить интернет. Я перечитал форум иностранный, там мне попался Урмейда, человек из Индии. Он знает немножечко тибетский, и он как бы для всего форума делал некоторые переводы. Также в интернете по всему Ютубу я находил англоязычные прохождения, которые также в субтитрах указывали перевод с тибетского языка. Я это все переводил, как бы монтировал и вот сделал такой вот кусочек прохождения, получается, со стримов. Это, получается, мое прохождение Uncharted The Nathan Drake Collection, а точнее Uncharted 2 Remastered, где я, в общем-то, постарался перевести, точнее, ну, вот это все субтитрами, слова, фразы, которые говорил нам Тензин. Вот, получилось вроде более-менее, постарался сильно не растягивать хронометраж, потому какие-то геймплейные моменты остались, какие-то я убрал, урезал, вот, но вроде получилось более-менее даже лаконично. Так что, если вам понравится данный видеоролик, то, пожалуйста, отблагодарите меня лайкусиком и напишите в комментарии, верны ли ваши были догадки, когда вы проходили Uncharted 2 и думали, так Тензин говорит или иначе. В общем, сами все поняли. Ну и давайте к прохождению, точнее, просмотру. Кто ты, воин? Говорит по-тибетски. Как я здесь оказался? Кадиче. Кира Гюрумбу Лега Дичая Маре. Кира Маши Васаде Чембуре. Сколько я здесь лежу? Я. Том. Том. Спасибо. Нет, нет, нет. Мне... Кира Туе Гудеша. Я Лантуса Ребе. Прости, я не понимаю. Что? Я лан. Давай. Спасибо. Я вчера дебо имбе. Я, шо? Шефер керан гудеша. Шо? Может, он хочет нас привести к тому месту, увидев наш кинжал. Где это я? Что? Я не знаю, что. Заманчиво. Что это значит? Ты так ценен кто? Зачем спрашивал? Ты... Тенсон? Я не понимаю тебя, приятель. Купа, чё мэгё? Стой! Тензин! Зачем это нужно?
Потому что дальше враги злостные. Высоко в горах, глава 17. А, это 17 глава. Ну, в любом случае, больше половины прошли на прошлом стриме. Хотя... Опа! Хотя по статистике всего 54%. Пипето, сорта. Пипето? Проклятие. Здесь нам не перебраться. Что там у тебя? Что? Ну, удачи. Это совершенно невозможно. О, получилось. Класс. Отлично. Доверим жизнь полусгнившей веревке. Ты не слышал? Надеюсь, ты знаешь, куда идешь. Динама, твоя реша, как воду? Молодец, читаешь мои мысли. Ух, ух ты. Да, тут сокровища плохо подсвечиваются, надо признать. О, черт. Так. Мигетада. Ага. Типа это здесь говоришь, да? Ой, волки. Похоже, мы на правильном пути. Но тут же пусто. Я как говорил про другое место. Хочешь пойти туда? А если укусят? Угу. То есть это так или иначе не то место. Оттуда мы пришли. У него есть клинок. А мы с чем? У нас есть руки и ноги, типа, да? Типа мы тоже не безоружны. Эй! Я не могу быстро бегать в такой обуви. Опять волки. Отлично. Угу. Спешка такая, потому что движение — это жизнь. Что ты нашел? Роди Шефер Гимиим Батаче. Он умер очень давно. Э, да-да. Камень Чинтамани. Это один из людей Шефера. Ой, господи! Ты падаешь вниз. Нет? Да, повезло. Энзин, давай. Давай, я подсажу. Что? Я все равно тебя не понимаю. То есть сначала я? Ну ладно. Ну да, конечно, там же волки. Поэтому вначале ты. Угу. 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 Давай, давай. Не доверяю я такому льду.
Вот. Куда дальше? Оп. 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 Ну тут веревка же должна есть. Вон видно ее. Давай, я поймаю тебя. Утро! Есть! Ну вот, с тебя причитается. Шутите. Угу. А вот оно, кольцо. Как так? Ага. То есть мне надо было удерживать просто прыжок. Качем гасо, да. Волки. А это еще что? Не акумасо. Не знает, типа. Ну там что-то явно более грозное, чем этот. Чем волки. Чтоб я сдох. Кто это был? Коле. Это кто сделал? Охренеть. Медведь? Да, пошли. Ты так ценя его море? Тензин, нам надо идти. Ну, я сетую за медведя. Хотя, чтобы медведь вот прошел такие эти препятствия, навряд ли. Но я не думаю, что они опять, разработчики, опять ведут каких-нибудь боссов, как вот было в первой части, вот типа голумы. Иди. Ух ты, нет, ведут. Нет, вели, реально вели. А это что? Пикара. Ты я умаре. Ладно, жди меня здесь. Здесь. Сатя тонде есаре. Жесть какая. Так, ну в любом случае мне нужно оружие будет, чтобы гаситься с ним. И в идеале мощный дробовик. А вот и пистолет. Эй, Шефер передает привет. Парабеллум. Будем надеяться, он... Жесть! Нахрен. У меня патронов на тебя столько нету, сколько. Жесть. Ай, да блин. У меня патроны так закончатся. Гаси, гада. Охренеть. Кто детину вырастил? Это еще что за зверюга? Не лапсула,
Столько патронов в него всадил. Давай, я подсажу тебя. Подожди. Да. Кажись, он как раз таки тут прятался от этого. От чудика. И как я туда заберусь? Ну, скинет, подите, чего. Мика! Ну да. Логично. Не сами. Все. Хорошо быть ловким. Так ты. Мост. Злое лицо. Угу. Кошале, кошале. Ошалеть, ошалеть. Все. Надеюсь, тут есть другой выход. Джейк, дело что? Это они. Угу. Экспедиция Шефера. О. Камень Чинтамани. Опять смола. О. Их убили. Вот это да. Их всех застрелили. Это да. Ты говоришь? Это Ирминсуль, древо жизни. Ананербе. Немцы. Господи, они из СС. Нагоце мазу. Нацисты. Наци? На конца гагме. Кем же станет тот? Тензин, Шефер убил их. А. Шефер убил их. Маре, маре. Да. У него не было выбора. Что? Черт. Надо выбираться отсюда. Быстро. Не дышай. Тензин, береги! Стой! Я держу тебя. Жесть. Это еще Не все. Отстань. Отстань. Жесть.
Ты цел? О нет. Тензин. Бесас. Бема. Слава богу. О, Нейт. Что случилось? Это Лазаревич. Нас нашли. Бема Гала. Я не знаю. Она была у Шефера. Кари. Мо, Шефер, Ям, Тудук. Шефер. Они пошли в ту сторону. Ясно. О, Нейт. Это все наша вина. Это из-за нас. Подожди здесь. Стереги детей. Идем. Ничего не будет. Чаншен, она кишо. Что? Малкиш, Чаншен, Малкиш. Посмотри в бинокль. А, или бинокль. Шефер, беги. Ах ты, черт. Это танк. Прыгай, прыгай. Тензи. Бема, кончу ке. Шефер, где Шефер? Не кончайся. Нейт. Они увели Шефера. Господи. Это все из-за кинжала. Я знаю. Эй! Не спорь, поехали. Ладно, тогда двигайся. Ладно. Шефер, кирала, габу чигре. Дуже чай.